перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Друзья, вы заметили, что вот эти все рэперы, которые в своих треках рассказывают про хуёвых рэперов и про то, что они уничтожают музыку, они никогда не называют имен. Они пишут твиты вот такими пачками, они делают инстасторис, они рассуждают, размышляют, но не называют никогда имен. Почему? Просто потому, что они пиздлявые, трусливые хуесосы, и они не умеют называть имен, они не могут, потому что им страшно. Вот вам мой топ-3 главных хуесосов в русскоязычной музыке. Оксимирон, Данила Поперечный и рэпер Ермак. Многие тут же задали вопрос, как так? Поперечный же не музыкант. А вот дилемма. Он еще не музыкант даже, а уже хуесос. Песни, которые стоит послушать. Этот плейлист регулярно обновляется, поэтому если вам понравилась какая-либо композиция, добавьте ее в свою медиатеку. Друзья, сформулировал топ-3 хуесосов русской культуры. Записывайте. Оксимирон, Сергей Шнуров, Данила Поперечный. Топ-3 хуесосов русской культуры. Хуесосы великие. Слышите хай-хет? Слышите хай-хет? Поперечный использует слово бухлишка. Бухлишка. Человек, который работает со словом, использует бухлишка. Сиротские подарки. Нет света в комнате и на подушках спальных. Чуть слышный шепоток двух малышей печальных, склонивших головы, отяжелев от грез. Под белым пологом им горестно от слез. Снаружи воробья озябли, стужа крепла, сковала крылья им под небом цвета пепла. С туманом Новый год пожаловал на двор, волочит по земле свой снеговой убор. Поет и мерзнет он, и, улыбаясь, плачет. Двух маленьких детей волнистый полог прячет. Так тихо говорят, как будто ночь вокруг, и их задумчивых бросает в трепет вдруг. От звука дальнего, а утро уж настало, и как стеклянный шар припевом из металла, звук чистый золотой снаружи бьет и бьет. В их комнату сквозняк пробился и в размет одежды траура легли вокруг кровати. К ним ветер северный пришел, как гость не кстати. Уныние одно вдохнул он в этот дом. Кого-то, кажется, не доставало в нем. Неужто не придет родная мать к малюткам? Не улыбнется им тепло со взглядом чутким? Забыла ли она вечер камин разжечь, золу разворошить, от холода сберечь? Накрыв своих детей пушистым одеялом, неужто бросила в бездушье небывалом, на произвол ветров совсем не защитив, их в спальне, чтоб туда не задувал порыв. О, греза матери, как пух она согреет, в уютном гнездышке птенцов своих лелеет, на ласковых руках качая малышей, что безмятежно спят, а сны снегов белей. И вот у них в гнезде нет ни тепла, ни пуха, лишь ветер января там завывает глухо. Им холодно, не спят, и страх царит в душе. Сироты малые, вы поняли уже.
Папа Зогла тупой. Фрешбат полное говно. Это пиздец, друзья. Я охуел. Это пиздец, друзья. Это пиздец. Но похуй. Да, это был Рэмбо. Витя Бови единственный из достойных. Друзья, кто не лайкал последнюю фотографию, тот неуважаемый человек. Кандидат от Мирона, нормальная тема. Красавчик, панк-рок, сопротивление, братан. Сейчас посмотрим, кто у нас здесь. Как жизнь? Красава. Как сам? Нормально, вот в футбол идем с парнями. Красиво. Всех отпиздили? Да, отпиздили. Слышал, у Облы скоро новый клип выходит. У кого? У Облы. А, да, да. Он же вышел вроде, нет? Не знаю, еще не видел. Ладно, давай мешать не будем, удачи. Вот так вот. Рекламируем всех гениев. Пса Вова. Пса ВЛС приглашал в свою группу. Ну, видать, было такое. Это гений играет, друзья, гений. Майлз Дэвис, братан, Майлз Дэвис. Гений. Что, друзья, давайте вопросы. Теперь время вопросов, любых. Условки нет, братан. Только реальный срок. Фит СД. Только соло. Федя. Сейчас проверим. Если название паблика сохраняется, значит, не вышел. Нет, не вышел. Через 10 минут день рождения у гения начинается, друзья. Через 10 минут день рождения гения. Поздравляйте все. Давайте заспамим личку гению. Что такое квадратный мим, братишка? Вписка предлагал, да, но она не потянула райдер. Childish Gambino. Сраный графоман. Квадратный нимб. Нормальная тема, братан. Нормальная тема. Квадратный нимб. Название альбома катит.